После Динамо вечер. Поздравляем. Спасибо, России, доброй ночи. Не можете обыграть спокойно, чтобы вот так классно, хорошо. Надо взять победу нервы всем, значит, вам опять. Большая победа, скажем так, серьезная победа. И ты вложил к ней и ногу, и голову, и характер. И душу. Подвести итоги. Да, всего себя, сердце. В первую очередь хочу поздравить свою команду, свою страну, всех болельщиков, которые за нас болели. И, конечно, огромный привет хочу передать всем хейтерам, которые написали кучу сообщений, в том числе мне, в соцсетях, которые написали очень много плохих слов про нашу команду. Я думаю, сегодня мы дали им достойный ответ и показали на деле, что мы можем и кто мы есть. Да, тяжелейшая победа. Мы начали с 1-3. Это чемпионат мира. Это не игра на чемпионат Санкт-Петербурга или там Москвы. Да, и какой-то рядовой матч, да, со сборной, какой-то товарищеский матч. Это чемпионат мира, и поэтому ценность каждого матча повышается. И ценность каждой ошибки повышается. Поэтому немножко все равно есть переживания даже у ребят, которые уже двукратные чемпионы мира, заслуженные мастера спорта. Все равно мы все выходим как первый раз и хотим показать себя во всей красе, показать все свои лучшие качества. Поэтому немножко переживаем, появляются ошибки. Но тем не менее, мы показали на самом деле настоящий русский характер, когда ты уже оказываешься на краю, когда уже назад уступать некуда. Многие, ну и хорошо, хочется передать привет тем болельщикам, которые действительно поддерживали, поддерживают и написали тоже положительные слова, что вы знаете, ребята, что мы вас в любом случае поддержим, что на другом конце земли за 15 тысяч километров мы вас верим, мы вас любим, и что бы ни случилось, мы будем с вами. Поэтому большой привет им тоже, и вот мы показали, что мы их тоже любим, ценим, сделали все, отдали всех себя. Все ребята молодцы, просто я горжусь своей командой, я им сказал в круг, когда обнимали, что я горжусь ими всеми, я люблю их, потому что мы совершили сегодня очень серьезный, достойный поступок. Чемпионат мира в составе сборной приехали 6 дебютантов чемпионата мира. Сегодня неожиданно появился 7-й. С тренером Леоновым вы все снова встретились. Это его первый матч на чемпионате мира в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Как он себя чувствует? Выглядит до матча, после красивый, матча. Красивый, свежий, красивый. Да. Все по делу. Я думаю, что Михаил Викторович ему тоже подсказал, что нужно говорить, что нужно где-то перестраивать. Я думаю, что как-то они держали связь. Вот. И Илья давал все нужные моменты, подсказывал, давал правильные установки. Где-то мы проваливались, он делал на это. Он делал на это внимание, поэтому мы слушались, что он подскажет. И Делали. И видите, сделали. Добились результата. Про главное, про хитрик. Помнишь свои голы? Да, помню. Сейчас помню. Бывают такие моменты, когда забиваешь несколько, так скажем, много голов, там, да, 3, 4, 5. И бывает, вспоминаешь, какой ты забил, и, допустим, один ты забываешь. И только потом где-то вспоминаешь, типа в автобусе, либо уже, может быть, когда пересматриваешь. Вот. Да, сегодня помню все, потому что еще память свежа. Вот. Это фантастика, это мечта, которая сбылась. Хет-трик на чемпионате мира. Это великолепно. Это действительно не описать словами. И я очень рад, я очень счастлив, что забил эти три гола в таком нужном для моей страны матче. И хотелось бы посвятить, конечно, хет-трик моей семье, моим родителям, моей сестренке, все на моей семье. Впереди Бразилия. Ты уже, скажем так, забивал ей решающие мячи. Да, но вы знаете, матч с Бразилией — это, конечно, каждый раз серьезная проверка. Однажды тренер сказал, что нет большего счастья в футболе, чем выиграть у сборной Бразилии. И это отложилось у меня в голове, и я был безумно счастлив, когда мы обыграли в Дубае. Но это мощнейшая команда из ныне существующих. Они показывают, доказывают на каждый матч. Будет тяжелейший матч.
будем биться, стараться. Конечно, сегодня отдали всех себя, будем сейчас делать восстановительные процедуры. И готовиться, настраиваться, чуть-чуть отдохнем, есть сутки. И будем готовиться к битве в четвертьфинале. В любом случае, мы обязаны восстановиться и показать качественный футбол. И отдать все силы за свою страну, за своих родных.